пиво. Семь тысяч крон умножить на 3. 21 тысяча. Подожди, 21 тысяча. Зашли в магазин игрушек, марионетки. Чтобы только не это. Мне вот куклы нравятся, таких я фанат. Вот, прям. Нет, нет. Надо я посмотреть цены. Сколько это бабка ешка? Вот. 1200 почти. 3 с лишним тысячи, да? Тысяча крон. 3000 рублей, да? Я бы купил бы, поставил. Не знаю. Вон, посмотри, какие куколки. Ага, прикольно. Не могу показать. Но я не фанат этого. А мне очень нравится. 800. Каких только нет этих марионеток, а? Это наш Олег Попов присутствует. Почему? Это клоун. Ну, наш Олег Попов, солнечный клоун. Что, ты не знаешь Олег Попов? Клоун. А это Олег Попова тоже маленькие. Сколько они стоят? 650 крон. А он Пиноккио в таких черных костюмчиках каких-то. О, сколько привет. Это стоит? Привет. Это стоит 3000 крон. Ну, почти 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, а вот какой. Блин, это вообще какой-то страшило. 7 тысяч рублей. Страшный. Блин, а он, блин, с родинкой, бабку-ёшка. Страшная. Вот наверху посмотри, как он сидит. Какие эти черти. А вот тролль с детёнышем. Да, сколько он? 3000. А вот детёныш тролля. Блин, а тут внизу этих бабушек. Одна страшнее другой. Чем на тебя вот это похоже? Это прям тебя. Да? А тебя вот этот черт. Чертиво. Немалого размера. У нас скрипочка и бабушки. А вот ты годиков через 5. Годиков через 5. Вот. А вот ты. Смешно. Через 5. Не, не, вот он ты. Смешно. Очень смешно. Ну ладно, вот этот ты. С пузиком такой. Хороший. Да? Thank you.